Здравствуйте, с вами Игорь Робинер, и мы находимся на уникальном для сегодняшнего дня российского футбола событий. Сегодня в Монако, на стадионе Луи II, которого вы видите передо мной, состоится матч между Монако и Ференцварошем. Игра, где встретятся редчайших, сохранившиеся для сегодня в Европе представителей российского футбола. Полузащитник Александр Головин, защищающий цвета Манегасков, сыграет против команды Станислава Черчесова, венгерского Ференцвароша, где кроме Черчесова работают также Мирослав Ромащенко, Гинтер Оставыч, Владимир Паников, врач Эдуард Сгоев, в общем, целый штаб россиян. И по нынешним временам, когда Россия, в общем, можно сказать, в Европе, в том числе и в футболе, практически забанена, нам можно только с огромным интересом наблюдать за тем, что из такого вот соперничества получится. Интересно заметить, что Станислав Черчесов уже выигрывал в Монако. 2015 год, лето, Черчесов во главе московского «Динамо», но там намечаются какие-то серьезные изменения. И тогдашний штаб бело-голубых, который впоследствии стал штабом национальной сборной России, а теперь он же возглавляет венгерский Ференцварош, едет играть в Монако и выигрывает там у на тот момент второй команды Франции, основного практически состава, со счетом 1-0. И, в общем-то, ничто не предвещает беды, но потом команда возвращается в Москву, и поскольку к тому моменту поменялся президент, поменялось все руководство, Черчесова и весь его штаб просят на выход. После чего «Динамо» вылетает из премьер-лиги в следующем же сезоне. А что происходит через несколько лет? 2018 год. Сборная России, как вы все прекрасно помните, выходит в четвертьфинал чемпионата мира домашнего, где проигрывает по пенальти сборной Хорватии. Через какое-то время приходит официальная бумага в Российский футбольный союз, где Черчесова приглашают на торжественное мероприятие в немецкий город Дрезден, а именно на вручение Саксонского ордена Святого Георгия. Что это такое? Это награда для людей, которые так или иначе связаны с Саксонией, с землей в Германии. И эти люди где-то добились вот таких каких-то глобальных успехов, которые общепризнаны по всему миру. Черчесов когда-то пару лет защищал ворота Дрезденского «Динамо» и с этого момента был связан с Саксонией, и его считали там за своего. И вот его пригласили как раз, чтобы за успех на чемпионате мира во главе сборной России вручить этот самый орден. Он с удовольствием это приглашение принял, а вместе с ним орден Святого Георгия Саксонский орден получал никто иной, как принц Монако Альбер II, а также великий актер Ален Делон и владелец конюшни Формулы-1 Феррари Жан Тот. Делон приехать не смог, болел, остальные явились, и после этого, в общем-то, ну, где-то небольшой короткий разговор состоялся между Черчесовым и князем Монако Альбером. Альбер спросил, когда Станислав, вы последний раз в Монако-то были? Он говорил, да вот, в 15-м году обыграли вместе с «Динамо» ваше Монако. Он говорит, я был на этой игре, вы здорово играли, а какое вы после этого в сезоне следующее место заняли? А мы, говорит, Черчесов вернулись в Москву, после чего нас уволили. И Станислав Саламович рассказывает, надо было видеть глаза князя Монако в этот момент. Венгерский Ференцварош сенсационно выиграл в гостях у третьей команды прошлого чемпионата Франции и со счетом 1-0. И набрав 6 очков после двух матчей, лидирует в своей группе Лиги Европы. Тут не лишне вспомнить будет, что в прошлом сезоне возглавляемая тогда австрийцем Петером Штеггером венгерская команда за весь групповой турнир Лиги Европы набрала всего лишь 3 очка. Теперь уже 6 после двух матчей, никто этого близко даже не ожидал. Но сегодня в первом тайме вообще было, ну, если не подавляющее, то заметное преимущество у гостей, у венгров. Никто не думал, что они будут играть действительно с преимуществом 6-3 по ударам, 5-1 по угловым, даже и по владению мячом тоже.
Затем ситуация изменилась, конечно же, не могло весь матч такое продолжаться. Кстати, в первом тайме не засчитали мяч, забитый из-за крохотнейшего офсайда. Не был засчитан мяч команды Черчесова, на что он отреагировал стоически, спокойно, вот так вот поаплодировал. Поаплодировал для того, чтобы поддержать свою команду. Попил водички, которая у него была припасена, стояла у угла технической зоны. И продолжил совершенно спокойно руководить командой, которая во втором тайме стала уже действовать, конечно, с гораздо большим уже напрягом. Поддавили манегаски. Два, кстати, опасных удара нанес Саша Головин, который был одним из самых активных футболистов в своей команде. И уже после замены Головина, когда казалось, ну, еще вот вы стали играть с двумя нападающими хозяева поля. Тем не менее, мяч забили именно гости в контратаке. Местный венгерский футболист, что наверняка особенно приятно болельщикам из Венгрии, вышедший на замену, кстати говоря, Вечей, ударил мяч с рикошетом, уже пересек линию ворот, только когда немецкий вратарь Нюбель выгреб его уже из-за линии. Мяч был засчитан, и отыграться манегаски так и не смогли. Такое впечатление создавалось, что Монако сегодня играл в гостях. Ференцварош был хозяином поля, потому что 900 болельщиков, которые приехали из Будапешта, перекрикивали просто в легкую, они скандировали, они не останавливались ни на одну секунду в течение всего матча. И они все 90 минут начисто перекрикивали явно не большее количество болельщиков местных, которые были на стадионе и вели себя очень и очень аморфно. Венгры счастливы, они праздновали победу вместе со всей командой, которая подбежала к болельщикам. Черчесов дал вдохновенную пресс-конференцию на английском языке, и перед игрой он тоже говорил по-английски. Ему этот навык приходится, в общем-то, использовать и развивать. Это его второй иностранный язык после немецкого. Но у него 15 или 16 национальностей в команде играют. То есть, в общем-то, так вот подходить к этим игрокам, к каждому индивидуально, настраивать их, объединять их, это очень непростая задача. Тем не менее, мы видим, что он с ней справляется. Создана команда, которая не только выигрывает все до единого матча в нынешнем чемпионате в Венгрии с, по-моему, 6 побед с общим счетом 18-1. Но и уже прошла очень непростой путь. Да, проиграла Карабаху и не смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Но, может быть, сейчас вот по нынешним раскладам и соотношению сил и лучше даже для того, чтобы показывать действительно свой футбол, а не играть на отбой, как это было бы, вне всяких сомнений, в главном Еврокубке. Здесь можно играть в футбол, здесь можно показывать то, на что команда, на что чемпион и обладатель Кубка Венгрии действительно способны. И уже 2 победы в 2 матчах и большие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, финал которой в этом сезоне состоится именно в Будапеште. Станислав Саламович, ну что, можно говорить о том, что Монако счастливый город в какой-то степени, и с Динамо здесь выиграли, пусть и в товарищеском матче, контролем. Да, и теперь вот. Непростой матч, мы к этому готовились, изучали соперника. Понятно, во время игры всякое может быть. Но у нас был, так сказать, определенный форс-мажор, потому что сегодня 4 защитника у нас было, те, которые были на поле. И главное, что с ними ничего не случилось, и доиграли, потому что мы перед игрой так хотели, если не дай бог что. Все срослось, и слава богу. Mm-hmm. Тактически какие моменты, может быть, были ключевыми, которые помогли сегодня? Тактически в том плане, что на таком уровне без определенной удачи невозможно обойтись. И во-вторых, вот в первом тайме мы несколько раз играли на контратаках, как планировали, они прошли. Но во втором тайме, что мы и планировали, соперник атаковал. Алло. Соперник знал, что пойдет в атаку, потому что все равно дома играют, отдали мы немножко пространство, но ребятам сказал, чтобы инициативу не отдавали, по большому счету они так и сделали. Ну и самое главное, замены, которые мы сделали, сработали, потому что это были
ну, как модно говорить, плановые, потому что мы знаем состояние наших футболистов, и мы просчитали, кто сколько сможет, чтобы мы игру провели на таком определенном, без спадов, что ли. Ну, по большому счету, нам это удалось. Важно для Венгрии, по вашему ощущению, что Вечи, что Венгер забил победный мяч в тот момент? Да, я бы не сказал. Сейчас ты сказал, что Вечи забил и Венгер, вот сейчас я подумал, что да, а так, какая разница, кто забил, главное, что мы выиграли. Ну, раз Венгер забил, значит, очень хорошо. В первом тайме ваш гол не был засчитан из-за, судя по всему, микроскопического офсайда. Я не видел повтора, но очень долго смотрели. Ну, очень долго смотрели. Ну, немножко обидно, но, во-первых, что не засчитали. И, во-вторых, мы это тренировали и планировали, и оно сработало. Mm-hmm. Так, как мы хотели выходить в атаку. Ну, в этот раз не засчитали, главное, чтобы в следующий раз. Я посмотрел в ту секунду, когда стало ясно, что не засчитывают, вы поаплодировали. Что, ну, это просто поддержка команды? Я поаплодировал поддержке команды, чтобы, ну, футбол есть футбол, раз не засчитали, значит, было не играть. 6 очков. В прошлом году Ференцварош при предшественнике вашем взял всего 3 очка в 6 матчах, теперь 6 очков уже после 2. Ну, можно сказать, что, ну, наверняка не могли планировать такое. Не, планировать мы и дальше не можем. Мы можем планировать свою работу и свои цели, и свои задачи, которые перед играми ставим. Другое дело, что, естественно, мы хотели побед. Слава Богу, что нам это удалось. Другое дело, теперь надо идти дальше, потому что 6 очков – это 6 очков, но осталось 12 очков, которые еще можно забрать или потерять. Поэтому нам надо быть максимально собранными. Сейчас вот у нас игра через 2 дня. Завтра, кстати, тренировка у нас по прилету. Мы играем на кубок 18 числа. Ну и потом вот пауза сборных. У нас 11 футболистов уезжают в сборную. И 11? 11, да. И в каком состоянии они вернутся, вы сами понимаете, никто никогда не знает. Ну и единственный плюс, что те травмированные, которые у нас есть, 2 центральных защитника, левый защитник, подтянутся и уже хорошо. А вот как голова, вот как раз вверх головин идет. Иди, пускай нас посмотрят вместе. Так супер, что давайте супер. Передаю, я пошел к команде. Хорошо. Звонит. Саш, ну, казалось, что ты играл достаточно активно сегодня, и удары, пару ударов у тебя было хороших, но не удалось результат добиться. Расскажи, в принципе, как ты эту игру ощущал, почему после 3 побед подряд команда проиграла сегодня? Ну, я думаю, что медленно играли в атаке, медленно начинали атаку. Темп игры был тоже не на том уровне, который мы можем, так сказать, показать. И из-за этого Ференцварошу было легко обороняться против нас. То есть мы не создали ничего сверхъестественного. Поэтому... Ну, первый тайм действительно казалось, что у Ференцварош даже преимущество было. После перерыва, в общем, поддавили, и с трудом уже Ференцварош выдерживал ваши атаки. Чего, может, не хватило, чтобы именно после перерыва, так сказать, дожать? Ну, не знаю, в каких-то моментах не хватило, там, где-то везения, там, с 3 метров, там, Якобс не забил, вратарь тоже, там, вратарь хорошо сыграл, поймал, где-то свежести, может, не хватило, очень много игр, и тяжело играть 90 минут на топовом уровне, на хорошем, и я думаю, что, ну, и в целом играли далеко не на своем уровне, поэтому такой результат. Что тренер сказал Климан после матча? Что он тебе сказал? Меняете, а может, после замены как-то прокомментировал? Нет, чтобы не сказал, просто сказал, что спасибо за игру и все. Ну, ничего такого больше не говорил. Mm-hmm. Такое впечатление, что у тебя в 2 таймах были достаточно разные, так сказать, функции, потому что во втором ближе к центру сместился, да? В первом тайме так больше слева. Можешь рассказать о заданиях и о переменах, которые в этом задании? Это было из-за того, что мне нужно было, это при прессинге, мне нужно было в центре быть. Во втором тайме тренер сказал, и только из-за этого. То есть прессинговать нужно было в середине. Два таких, можно сказать, моментика у тебя сегодня было. В первом тайме бил вратарь, отбил, во втором тайме чуть-чуть рядом со штангой. Как там, что там, чуть-чуть не получилось, расскажи, вспомнить. Ну, не получился удар второй вообще. То есть я ударил прям в поле, ударил. А первый, ну, тоже был не особо, я думаю, не особо тяжелый для вратаря, мне кажется. Поэтому очень близко к нему пробил, хотел пробить дальнюю, но получилось так. Самому себе по 5-бальной шкале какую оценку вы сегодня поставили? Ну, не знаю, тяжело себя оценить. Не знаю, скажу 3. Ясно. Удачи тебе. Спасибо.